сегодня я иду на премьеру, точнее на закрытую премьеру фильма «Тетрадь смерти». Обычная премьера будет только, по-моему, в ноябре, но так как я сыграл одну из ролей в этом фильме, у меня есть шанс, у меня есть возможность посмотреть его раньше остальных. Это вообще обычная практика в Японии, что люди, актеры и вообще, ну, люди, которые были задействованы в создании фильма, они получают приглашение на просмотр закрытый за 2-3 месяца до официальной премьеры. Единственное, что я не могу разглашать вообще никакой информации об этом фильме до премьеры, да, кроме того факта, что я этот фильм посмотрел и что мне понравился, да, а остальное я ничего не могу говорить. Могу сказать то, что именно русским фанатам «Тетради смерти» будет особенно по кайфу смотреть этот фильм. То есть реально вы не пожалеете. Вы вспомните мои слова, когда будете смотреть этот фильм, и скажете: «О, Серега Куваев говорил тогда, что нам будет по кайфу». Вот, поэтому да, запомните обязательно. Кстати, в этом году в общей сложности вышло 4 японских фильма с моим участием, где у меня более-менее приличные роли. И как раз самый главный фильм, точнее, где фильм, где у меня самая большая роль, называется «Last Attack». Именно его мы снимали на Окинаве в течение 3 недель. У меня дома нет телека, поэтому пришел к Алексу, чтобы посмотреть фильм у него. У него телевизор, во-первых, маленький, к тому же у него не подключен канал, по которому показывают это кино. Поэтому идем к его друзьям, которые здесь неподалеку живут. И у них уже будем смотреть. What up? В деревенских супермаркетах полно еды, как со шведского стола прям. ЦСКА модель пара, да? Care what they're talking about, I just want to drink. No, it's like, shut up. なんか全てうまくいったらいいかな。だけど今はね、世の中はすごいパワーバランスが崩れてるっていうのあるよね。何が同じやつ、ね、そう、ロシアってすげえマヨネーズ食べるでしょ。マジで、まあ、あとね、まあ、ピロシキは美味しいかな。あとあれ、システマしてる。システマ、何それ、知らない、分かんない。最高の武術、それサンボでしょ。違う違う、システマってあるよね、ロシアの。いやだけど何はともあれプーチンだよね、強いよね。まあね、プーチン大統領はね、あの柔道がね得意なんだよね。He has a Akita dog too, Japanese dog. Because he got the dog from the last prime minister and he still have it. And the Japanese, we like it. he still take care of the Japanese dog. ロシア、まあ美人が多いね。そうだね、間違いない。誰かいない、シングルだよ。ロシアに向けて一言。スパンスパン。
Спасибо. Спасибо. Что это? こんにちは。うん、ありがとうって。ありがとうってなんだよ。何もされてねえよ俺。ビブはね、あのほら陸上の何だっけあの棒高跳びの。あとセルゲイブブカだよね。ブブカ男じゃん。あの女の子女の人でさ。イシンバブエだよ、ね。ああ、そうイシン。うん。It's gonna start. Hey, Dojo. Dojo. Things are so this. Damn, look at you, all over. セルゲイさん。Who did it? Who did it? Who did it? Tendo. We got one mission. Pump it out and we're heading to Uber. Who's going? That's it! On your feet! Walk it forward! Getting a comfy. On the foot? Yeah. On the foot? あ、それとはやっぱちょっと格は違ったよね。アメリカ人。The guy's got a defined attitude. Oh my god. すでに待つもんね。Шикарная все-таки веранда у Алекса. Живет он немного на отдалении от Токио, это префектура Канагава. Круто. Можно выйти и загорать прям с трица. Посмотрели мы наш фильмец вчера. Порадовал, конечно. Понятно, что снят он как документальное кино, и вообще снят он очень по-японски, в японском стиле, ну и, соответственно, для японцев. Поэтому ожидать каких-то какого-то вида, как в голливудских фильмах, это было бы, наверное, глупо. Но, тем не менее, картинка довольно приятная, некоторые ракурсы тоже довольно приятные. Но времени было мало на съемки. Вообще делали все так, знаете, не то чтобы в спешке, ну да, довольно-таки в спешке, потому что действительно был очень, такой график очень сильно сжатый, у меня там очень большая роль оказалась, то есть даже, оказалось она даже больше, чем я предполагал. Что это здесь? Ну, это I'm not sad here. Yeah, you're drunk, a little bit. Drunk. Not drinking yet. Oishii desu ka? Oishii desu. Спасибо всем за просмотр, друзья. Это видео на самом деле было снято еще в августе, но по техническим причинам оно не смогло выйти тогда, поэтому оно выходит сейчас. Кстати, фильм «Last Attack», который я обещал выложить в группе ВКонтакте, я его туда выложу, правда, немножко в обрезанном виде, потому что на него нет изначально перевода на русский язык, и мне придется делать, видимо, субтитры самому, хотя наши все реплики, они на английском целиком, поэтому, может быть, я даже не буду делать перевод, а залью его так. Так или иначе, если вы хотите посмотреть этот фильм, обязательно вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылка в описании можете найти, и рано или поздно он там появится. А мы увидимся в следующих видео, спасибо за просмотры, за ваши лайки. Всем пока!